Новорічні свята вже наближаються, а разом з новорічними святами наближається і предсвяткова депресія у багатьох людей. І з цього приводу ми запросили Руслана Ткачука, психотерапевта, гештальт-терапевта. Вам доброго ранку, вітаю. Доброго утра, друзі. Ну, знаєте, у всіх настрій може і падати, може підніматися, але чомусь часто перед святами щось він падає, якась з'являється депресія, люди якось там висновки починають робити по життю. І мені цікаво почути з точки зору психології. Що це означає? Що є предноворічна, предсвяткова депресія? Угу. Смотри, Сереж, я би, к слову депресія так относился, да, это вот мне скорее не депрессия в классическом понимании, как это считают и понимают медики, а я бы скорее говорил о каком-то там унынии, пониженном настроении, какой-то вот такой апатии, ничего не хочется, вот, ну как-то так, все так скажем, ну скажем так, энергия так раз и пошла вниз почему-то, да? А почему так происходит? Ну, основная причина, ну как я себе вижу, это ну, какое-то несоответствие моих ожиданий тому, что я вдруг резко вижу, что там я опять там не уехал в Египет, там замуж не вышла, там опять себе машину там не купил, да, в которой вот, ну и так далее. Да, то есть это вдруг я вдруг встречаюсь с тем, что вообще-то я хочу, но тут опа, что там, а нету, и ты такой, опа, и ушел в минус туда. Стривайте, ми весь рік ми хочемо машину купити, з'їздити в Єгипет, ми про це думаємо, нічого не відбувається, але чомусь під кінець року ми робимо висновки, чому саме ми згадуємо от під кінець року, що ой, я ж не купив машину. А що ж ми весь рік про це не думали? Чому саме під свята? Смотри, ну Новий рік – це така гранична точка, мимо якої пройти трудно. Да, в смысле, там, новая циферка в календаре, новый календарь, люди что-то суетятся вокруг, елки покупают, тут снег пошел, все такие, как бы, с подарками бегают, да, ну, то есть, это какая-то такая точка, мимо которой пройти трудно, ее заметишь, да, и вот очень часто как раз вот к предновогодней депрессии, ну, если будем использовать там это слово, склонны, а также те, вот они часто вот не любят свои дни рождения. Потому что это точно такая же граничная точка, да, реперная такая, да, перехода такой. Вот мне было 39, и теперь мне 40. И, смотри, пункт первый, я опять же не купил, не поехал, не получил, не сделал, ну и так далее. Вот. Основное, ну, основное такое, ну, как затруднение, да, это, ну, то, что по каким-то причинам я не смог себе обеспечить, ну, вот эти вот поставленные цели, да. Ну, стривайте, ну є цілі, добре. Якщо ми до них не прагнемо, ми не купуємо машину, не їдемо, чи нічого не робимо заради цього, то, напевно, цілі не так важливі для нас, правильно? Не обов'язково. Не обов'язково. Може бути. Але чомусь ми жалкуємо про це. Да. Ну, во-первых, якщо ціль є, то, значить, її мені хочеться. І якщо вдруг я її не отримую, то, соответственно, може возникати різне емоціональне состояние. Печаль, тревожность, страх, может быть, злость. Ну, вот сейчас мы конкретно наговорим скорее вот про такое вот уныние, да? Вот, ну да, ну нет, все, лапки сложил, так, все. Ну, стривайте, ну як же лапку склав? Новий рік, це свято, ну ми всі повинні радіти життю. Як оце минуле перекреслити, хоча б цей рік, ну забути, що воно було, чи я не знаю, як правильно відноситись, що треба робити, може якісь поради від психолога, щоб не сумувати, не складати руки на коліна, не просто і не сумувати з цього приводу, що ти чогось не зробив за цей рік? Ну, во-первых, не совсем полезно, не полезно совсем, точнее, винить себя, казнить, вот я такой, опять я, тра-та-та. Нет, это точно не полезно. Полезно делать какие вещи? Во-первых, засечь, ну, и принять, что да, я этого уже не сделал или уже не сделаю, да, сколько там осталось до этого Нового года. Ну, и как-то встретиться с какими-то переживаниями в связи с этим. Может быть, печаль, может быть, что-то еще, да. И, во-вторых, концентрироваться на том, что приносит тебе радость, счастье, поднимает настроение, да. Ну, вот если я внимательно слежу за собой, то я знаю, от чего мне хорошо. И если вот я ушел в какое-то такое настроение не очень хорошее, да, то тогда я же могу сознательно начать делать то, что меня как-то приподнимает, вносит радость в мою жизнь и так далее. Тобто беремо якісь справи, які нам радість приносять, правильно? Да, но и не забываем, что если я печалюсь, грущу от того, что я в этом году что-то не сделал, то
то тогда, ну, если я ничего не предприниму, то я же в следующем году встречусь с тем же самым. Поэтому тут вопрос такой, или тогда надо подкорректировать цели, сказать, да, я не смог, все, я уже не буду. Или тогда, ну, думать, какие свои шаги я могу предпринять для того, чтобы стать ближе к этой цели. Вот. Одно из, ну, таких хороших таких методик – это планирование. Да? Люди там из бизнеса здорово с этим, скажем так, знакомы. Да? Там планируется все. В серьезных компаниях чуть ли не на годы вперед. Угу. Вот так и тут. То есть, если запланировать себе, поставить какие-то цели на год, примерно, скажем так, разбить поэтапно, где, когда, что будет происходить, ну и соблюдать этот график, ну хотя бы в общем, да, и в целом, тогда ты становишься ближе, тогда вот, да. Ну и вот обращать больше внимания не на то, чего ты не сделал, а на то, что ты сделал, в смысле, на позитивные какие-то штуки, да, а что у тебя есть в твоей жизни, и это же есть. Это доброе. Да, и это здорово, да, потому что, ну, когда человек вот впадает вот в похожее состояние, там он склонен обесценивать, ну, что ли, принижать те вещи, которые у него есть. И это тоже как, вот я там самый плохой, самый несчастный, там как-то неудачник. Там. А еще люди вот на останок вот любить на новый рік планы будувати. Я піду в спортзал, я куплю машину, я, не знаю, еще щось там в Єгипет з'їжджу. Як у наступному році побудувати плани так, щоб потім вже не жалкували? Що треба, яку профілактику робити, якщо можна так висловитись, щоб потім вже новорічна депресія, ну, просто не проходила наше життя, і ми вже не задавались питаннями, а що мені робити, щоб не сумувати? Щоб просто було, можна сказати, все добре. Угу. Ну, тут я би говорив про те, що, ну, хорошо би заметити свою роль в этом, що не хтось должен мені зробити. Ни правительство, ни голубой волшебник там, в каком-то там это вертолете, который прилетит, да? А что я могу, какой мой вклад, что зависит от меня, да? И вот делать акцент на том, что зависит от меня и что я делаю. Да, потому что если, ну, я ничего не делаю, то ситуация повторится. Ну и начинать надо прежде всего с того, чтобы, ну, понять, что ли, засекать свои желания, свои потребности, какие я себе глобальные планы ставлю, в смысле, чего я хочу. Да, что я могу добиться, ну, насколько это, скажем так, реально. И следующий там этап, а что я для этого буду делать, какие мои шаги. Тобто можна сказати, що в деяких моментах проблема є у тому, що люди себе переоцінюють. Вони беруть ті задачі, з якими вони заздалегідь справитись не виконати не можуть. Як варіант, звісно. Тобто правильно себе оцінювати, будувати плани такі, які можемо виконати, і які ми хочемо. Да. Правильно? І це будувати можна на цілий рік, правильно? Так. Да. Добре, ну дякую, що розповіли про деякі моменти, як боротись перед новорічною депресією. Нагадаю, що з нами був Руслан Ткачук, психотерапевт, гештальт-терапевт.